Гадость в лунке. Кама, район Ричпорта. Это видео послужило поводом для проверки. Любимое место рыбаков. В простонародье называется керосинка. Здесь неплохо клюет хищная рыбка, но сейчас ни души. Рыбаки не рискуют ловить рыбу здесь из-за вот таких вот маленьких белых перышек, которыми буквально заполонила реку. Нами выявлена информация о наличии в реке Каме неизвестного вещества светлого цвета. По данному факту природоохранной прокуратурой организована проверка с привлечением специалистов Управления Росприроднадзора Пермскому краю для отбора проб и установления возможных виновных лиц и вещества, непосредственно которым загрязнен водный объект. Помощникам природоохранного прокурора предстоит непростая работа – взять на пробы более 3 килограммов неизвестного вещества. Затем Роспотребнадзор исследует их. О результатах проверки мы расскажем в следующих выпусках новостей.